Неизведанность космического пространства волнует умы человечества уже не первый век. В желаниях приоткрыть тайны самой жизни астрофизики наблюдают в неизвестную даль. Казанский федеральный университет активно развивает астрофизику. В 2014 году была создана стратегическая академическая единица «Астровызов», а позже в рамках «Астровызова» была создана научно-исследовательская лаборатория «Рентгеновская астрономия». Ведущим сотрудником этой лаборатории в сентябре 2017 года стал Николай Шакур, доктор физико-математических наук, профессор, заведующий отделом релятивистики астрофизики Астрономического института Московского государственного университета. В работе рентгеновской астрономии с сентября 2017 года главное, тут два направления исследования. С одной стороны, мы ввели в курс подготовки астрономов на старших курсах, на пятом-шестом курсе, тему или спецкурс, который называется рентгеновская астрономия. И Николай Иванович Шакур будет приезжать к нам в Казань, в Казанский университет, и читать лекции по этой дисциплине для наших студентов. Он, кстати, такую работу уже начал. В ноябре он приезжал в Казанский университет и прочитал обзорные лекции. Николай Шакур совместно с Рашидом Сюняевым, академиком и почетным профессором Казанского федерального университета, получил государственную премию за создание теории дисковой аккреции вещества на черные дыры. Не все звезды, которые мы можем наблюдать невооруженным взглядом, являются одиночными. Некоторые из них сосуществуют парами, а в силу физических законов иногда в этой системе появляется третье тело. В конце своей жизни одна из звезд, скажем, в двойной системе, вспыхивает как сверхновая звезда, и в этом месте образуется нейтронная звезда или черная дыра. Мы называем этот источник компактным источником, потому что плотность нейтронной звезды очень высокая, соответствует плотности ядер. А рядом живет звезда, обычная звезда, которую мы видим как в оптическом, как обычную звезду. И вот получается такая интересная система, двойная звездная система с компактным источником. И вещество с обычной звезды начинает перетягиваться на этот компактный источник, и возникает третье тело в системе, которое называется аккреционный диск. В изучении таких объектов стоит большая сложность, ведь аккреционный диск невозможно увидеть в оптический телескоп. Для изучения всех процессов таких структур необходим рентгеновский телескоп, который должен находиться вне Земли. Именно поэтому в сентябре 2018 года Роскосмос планирует вывести на орбиту Земли космическую обсерваторию «Спектр рентген-гамма». Почему нужно запускать в космос? Потому что наша атмосфера полностью блокирует рентгеновское излучение. Для того, чтобы регистрировать рентгеновское излучение, нужно запустить вне атмосферы вот такой спутник. И такой спутник будет запущен, и Казанский университет будет участвовать, сотрудники Казанского университета будут участвовать в работе по обработке данных обсерватории. Это рентген-спектр, рентген-гамма. Удивительное сочетание, когда один источник будет регистрироваться рентгеновской обсерваторией, это компактный источник, и вокруг него аккреционный диск. А второй – обычный источник. Вот обычный источник будем наблюдать с помощью нашего телескопа, установленного в Турции. Таким образом, у нас будет сочетание оптического телескопа, расположенного на Земле, и рентгеновского телескопа, который летает на орбите. С помощью обсерватории «Спектр», а также оптическому телескопу Казанского федерального университета в Турции, ученые университета смогут получить достаточно информации о двойных звездных системах. А это еще на шаг приблизит всех нас к разгадке создания Вселенной. Олег Кашин, Роман Самарин, Универньюз.